оружие Дигл. Это будет помощнее, чем первый пистолет. Но тут всего 7 патронов, но можно его купить в размере 2 штук. Так, сейчас успеем продать это. И постараться накопить на скорострельный дробовик. Да, тут есть тесаки. Потом я покажу вам набор оружий. Скорострельный и мощный. И сейчас мы просто доберемся до того убежища. Внизу. Да, сейчас я просто подберу некоторые боеприпасы и все. Так будет лучше. И впрочем, тут ни на что больше тратиться и не надо. Самое выгодное оружие, как я думаю, это АК-47 и дробовик. Ну, по крайней мере, один раз я вытащил с этими двумя оружиями. Припасы.
тут нравится графика. Хоть она и не такая уж и хорошая, но мне нравится. Звуки также, это как подобие на, ну, к примеру, на Counter-Strike или Half-Life. Что-то вместе взятых. Так, как я помню, тут есть Берсерк. Вот он был. Так, тут всего лишь 11 волн, как я помню, который из один это босс. Раз, восьмая, девятая, десятая. Еще три волны. И будет босс. Вот он, Берсерк. Так, магазин на моем этаже, похоже. Да, вот он. Сейчас я возьму боеприпас лучше.
почти закончил навык. И у меня будет первый уровень. Вот. Кстати, эта карта называется KF Biotic Lab. Вот, таких карт много. Если что, вы еще можете скачать с интернета пару карт. Вот, их очень предостаточно. Это последняя волна. И после этой волны идет босс. Я даже думаю, что меня было не слышно некоторое время. Yeah.
Сейчас я попробую убить, не закупаясь. Попробую только. Хотя бы одну гранатку еще. Все, не успею. Сейчас главное запомнить местность, где он появится. И чтобы ждать его. О, он сразу тут появился. Блин, не успел, он волну призвал. Эх. Вот и закончена эта карта. Так. Ну тут сразу идет самое последнее. Вот. Так что на этой карте лучше действовать так, если вы хотите победить. Вот, а если вас будет много, лучше, чтобы у вас в команде было по каждому этому. И получается, что вы замочите его, ну, так же быстрее, как, быстро, как я. Вот. Ну, всем пока, с вами был Демон.